Всем привет, это Заебарсик, и сегодня я хочу показать вам, как же пройти испытание к 9-й годовщине Clash. Погнали! Так, в первую очередь выпускаем короля в самой нижней части карты, чуть-чуть левее башни снайперов, чтобы он ушел не вправо, а влево. Здесь появляется куча скелетиков, их всех нужно уничтожить. Уничтожается башня снайпера. Обязательно проверьте, чтобы хранитель был поставлен на землю, а не на воздух. Выпускается королева. В этом моменте, кстати, можно выпустить также и хранителя. Я выпустил чуть попозже, но можете выпустить прямо сейчас. И выпускается магия. Абсолютно все магии разных видов, но оставьте несколько, хотя бы по одного, два, про запас. Я оставил по три штуки и одного супермага. Итак, морозится крепость клана. Здесь я выпустил хранителя. Еще раз кидаю заморозку на лазерный луч. И сверху я выпускаю чемпиона и остальных магов. Здесь, в принципе, достаточно даже одного мага выпустить сверху. Итак, подбираемся к ратуше. Кидаем заклинание лечения. Как ратуша уничтожена, сразу же обязательно вы должны прожать хранителя. Снова заклинание лечения. Прожимаем способность чемпиона, как видим, что у него становится очень мало хп. И в этом моменте мы кидаем заклинание невидимости. Еще одно заклинание невидимости. И испытание пройдено. В принципе, у меня осталось даже королева с неиспользованной способностью. Одно заклинание невидимости и заклинание ускорения мне совершенно не пригодились. Друзья, если понравилось видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Также постараюсь ответить на все ваши комментарии. Всем удачи, пока!